living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen. Ребят, всем привет! Сегодня видео выкладываем больше такое разговорное. Тренировки я не могу сейчас показывать, потому что у меня сейчас активная фаза подготовки к поединку. После боя, дай бог, он сложится отлично. Я вам расскажу и покажу, что я делал, как я питался. Сейчас я гоняю вес со 103 килограмм до 93, то есть это 10 килограмм. Сейчас я на активной диете, очень подключилось много ребят-диетологов и специального питания к моей подготовке. О поединке я узнал за 3 недели, как и мой соперник. Перед этим немножко переболел, ротавирусная инфекция, но сейчас мы в хорошей форме, осталось 2 недели до поединка. Так что смотрите поединок, бойцовский клуб «Россия-2», болейте, мы победим. Хочу напомнить, что мой поединок пройдет 4 октября на бойцовском шоу «Ахмат» в городе Грозный. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, живите красиво!